Итак, друзья мои, я все уже приготовила и жду детей к себе. Аня уже позвонила, сказала, выходят. Миша еще не звонил, не знаю, придут сейчас или чуть позже, но надо будет позвонить и узнать. Итак, вместе с вами я испекла зебру. Вот так она у меня выглядит. Покажу, наверное, в разрезе чуть попозже вам. Здесь у меня пюре, картофельное пюре с тушенкой из индейки. Вот. Там, на плите, около плиты, сейчас покажу, что я приготовила. Мне Аня звонит и говорит, мама, а мясо есть? Ну вот, вот такое мясо у меня с подливой. Много, вкусно. Сейчас я вам поближе покажу шумовочкой. Вот какое мясо. С луком, с морковкой, с подливой. В ожидании, все в ожидании. Ждем наших дорогих мужчин, мальчиков. А тут один мужчина всего дома. Слава. Так, идемте, я вам еще покажу, что у меня на столе тут есть. Я все накрыла, все приготовила, накрыла и ждем. Ну, тарелки ждут, вилки ждут. А вот здесь накрыто у меня что? Смотрите. Здесь мои крылышки, которые я утром готовила. А здесь у меня котлетки. Наверное, плохо видно. Но они не подгоревшие. Наверное, темновато видно. Или так передает свет. Они даже нежненькие такие. В общем, накрыла, чтобы было тепленькое все. Чтобы не разогревать. И жду своих гостей. Можно, конечно, уже и тарелочки расставить по столу. Принесли из подвала компоты, две банки. Соленья принесли. Вот здесь вот сейчас буду протирать и открывать баночки. Компот с крыжовника, компот с груши и огурцы с помидорами. Это тут у меня лучок стоит. Свой еще, кстати. Вот так вот. Жду гостей, жду своих детей. И вам желаю всем дождаться. Кто ждет, обязательно дождитесь своих родных, близких, любимых. Я вам с утра посоветовала крепкого, всего крепкого. А потом подумала, а крепкого может быть и много. Особенно, ну, всегда привыкли говорить крепкого здоровья. Так вот, я желаю вам крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой семьи. Всего, что это, с этим словом сочетается, всего очень крепкого, вкусного и хорошего. С праздником всех поздравляем. И мама, и я. Мама, кстати, ждет, когда же придут, уже спрашивает, когда же наши придут? Уже засиделась там, она телевизор смотрит, но ждет. Так что всего вам доброго, хорошего. Не грустите, встречайте своих родных с улыбкой. Будьте все здоровы и счастливы.